Все на борт, друзья, начинается следующий уровень, то есть называется следующий уровень в игре Neighbors Back From Hell. Это интернет-канал Максимадзе, добрый вечер, и мы начинаем. Все на борт. Чтобы сбежать от Вуди и его пакости, сосед купил билет на кругосветный круиз. Но соседу и в страшном сне не могло присниться, что Вуди будет следовать за ним по пятам, да еще и со всей съемочной группой. В этой серии вы научитесь управлять Вуди и устраивать пакости докучливому соседу удачи. И знаете, насколько ленивые авторы этой игры? Да настолько, что взяли текст из оригинальной ПК-версии с первого уровня и даже ничего в нем не поменяли. В первом уровне ПК-версии... вот этот уровень был обучением, как достать соседа 2. А здесь-то нет никакого обучения. Ну блин, ну вот это что такое, серьезно? Ну вот это реально, ну вот... Это нас... Почему разработчики так халтурно относятся к переводу? Да и к какому переводу? К описанию. В натуре, вот серьезно. Не можете что ли проверить все сами? В общем, ладно. Начинаем игру. А то я на этот позор смотреть не хочу, ладно. Мы начинаем уровни из «Как достать соседа 2». Называется «Все на борт». Первый уровень. Уровни из «Как достать соседа 2» начинаются. Здесь только... Ты что там было, блин? Находим скрепочку, проволочку вот эту, и взломаем замок ей. То есть разработчики, над графоном вы постарались, а вот над описанием и самим геймплеем не очень хотите. Странно вообще, не так ли? Разработчики, если вы меня слышите, пожалуйста, задумайтесь над этим. И повыпускайте обновление с исправлениями всей этой фигни. Вот здесь можно покинуть уровень, но только после третьей пакости. Можно сюда подойти и завершить уровень. Но мы будем выполнять все пакости с вами. Так, ждем, когда сосед уйдет. Здесь, как в консольной версии, есть изменения на уровне. Со стола должна упасть ложка, и только с помощью ложки. И вы только посмотрите, сейчас мне это не нужно. Ну, прям как в обучении написано. Вот неужели нельзя было написать, я не буду брать это голыми руками? Только ложкой можно взять. Это насколько ленивыми быть надо, чтобы такое сделать? Ладно, давайте масштаб сделаем. Хо-хо-хо-хо, прикольно. Вот в натуре, над описанием вообще нифига не постарались. Просто скопировали все из ПК-версии, и все. Капец, ну вот почему авторы так поленились, а? Вот это разочаровало меня, честно говоря, серьезно. Над графоном постарались, а вот над описанием, над переводом не очень хотите. Нет, над переводом-то... Чё там перевода? Описание тупо просто скопировали и все. Мне это сейчас не нужно. В обучении, да, сначала нельзя будет это взять, потому что Вуди действительно это сейчас не нужно, а потом можно взять это будет голыми руками. А здесь, вот, берем ложку, как в консольной версии, берем ложкой. Да, еще и глазами, вот этим глазами убирать, брать эту... Неужели нельзя было написать... Ой-ой-ой, давай быстрее.
Неужели нельзя было написать: я не буду брать это голыми руками? А? Разочаровало это меня, честно говоря, серьезно, в натуре прям. Я могу, в принципе, поставить оценку игре, что она заслуживает, ну, 4 балла. Ну, 4 с плюсом пусть будет, ладно. Все-таки они старались, пусть будет 4 с плюсом. Но все же, над описанием, ну, потрудиться нельзя было. Так, ладно, неважно. Но оставить оценку игре еще рано, мы же ее не прошли, поэтому мы пройдем ее до конца, потом уже будем думать, какую оценку игре можно поставить. После того, как я пройду игру, я сделаю обзор на... видеообзор на игру, расскажу там все подробно про нее. Тайное присутствие. Круизный теплоход с соседом на борту прибывает в Китай. Ольга с сыном идут на пляж. Узнав об этом, влюбленный сосед тут же вспоминает, что он, оказывается, всю жизнь обожал пляжи. Но куда бы он ни пошел, за ним по пятам следует Вуди. Естественно, куда же без этого? У нас тут Китай. Китай. А, нет, давайте возьмем тростник сначала. Тут то же самое, что на ПКшке, пока я вижу. Новых пакостей нет, за исключением того, что предыдущий уровень можно было только с помощью ложки досадить дурацкий спагетти. А в уровне пикник на балконе только новая пакость есть, это тапок вместо мяса. Больше никаких изменений пока что я не наблюдаю. Вот было бы прикольно, кстати, хотя бы один какой-нибудь уровень из второй части в ночном виде сделать. Никогда еще такого не видел. Было бы реально интересно. Так, набираем воды из угря. Воды с угрем. Угря, точнее, самого надо взять. Электрического угря. И подпиливаем немного фигню. Перила. Какую фигню? Как тебе не стыдно рыгать? Забавно, выпил бутылку, потом дальше спать. На одну секунду, а потом уже встает. Нет, серьезно, ребят. Вот. Ой. Показалось. Ладно, в этот раз показалось. Нет, серьезно, ребят. Вот впечатления об игре складываются вот с таких вот мелочей. Здесь Вуди смотрит влево, а здесь немного по-другому это выглядит. Может быть, это и к лучшему, на самом деле. О, он упал. Проглядел немножко, ну ладно. Ой, я боюсь, что мы же жизнь сейчас потеряем. Потеряем жизнь. Он бьет Вуди, как в консольной версии, кстати. Ну ладно, хотя бы пакость мы успели сделать. Блин, опять проглядел. Как
ему граблями по морде дало. Проглядел, извините меня. Надо было вообще вот так сделать. Так, где музыка, блин? Дальше что у нас идет? Занято. Уровень занято называется. В этот раз нам предстоит увидеть великую китайскую стену. Сосед снова распускает хвост, пытаясь поухаживать за Ольгой. Тем не менее, дама предпочитает изучать китайскую культуру, а не сомнительные чары соседа. И Вуди постарается, чтобы все так и осталось. Давайте возьмем инструменты прямо сейчас. Гаечный ключ. На каком они языке вообще разговаривают? Непонятно мне. Прекрасно. Ремастер вообще он хороший, но над графоном очень хорошо постарались, но все равно ремастер немножко ленивый. В некоторых местах надо баги исправлять, в некоторых местах над описанием, над текстом вообще ну совсем не поработали, тупо скопировали его. Так, соус чили, да? Банквай. Острый соус лучше нанести. Я на туалет нажал. Да я же нажимаю на туалетную бумагу. Вот, масленка, кстати, выглядит как в консольной версии. А вот велосипед нет. Велосипед в консольной версии был красный. Так, секундочку. Кто-то мне пишет. А, Рустем. Окей. Да-да-да, конечно. Так, ну тут мы все сделали. Мини-игра на удерживание предметов, слава богу, есть. Мне это радует. А еще какие-нибудь будут мини-игры? Интересно. Так, все пакости сделали. Соус чили, блин, представляю себе. Намажет и будет красная жопа. О! Во, видите! Видите, блин! Вот над этим, вот над этими не до... Вот над этими недоработками, что ли, нельзя было потрудиться. Откуда еще одна туалетная бумага напитанная взялась? Не, серьезно, ребят. Разработчики, послушайте меня и исправляйте это все. Впечатления от этого складываются в игре. Не, игра хорошая, конечно, но просто недоработки есть. Я, честно говоря, не ожидал от них, что тут будет так много недоработок. Мелочь, конечно. Над графоном сильно потрудились. Это молодцы. Смешали все уровни из первой и второй части. Это хорошо. Но вообще неплохо сделали. Над текстом нифига не поработали. Косяки, к сожалению, есть. Со спрайтами. И с курсором тоже косяки есть. Ну, все же.
Ремастер хороший. Хороший ремастер. Мне нравится, очень даже нравится. Но все же над текстом не потрудились. Косяков в спрайте с курсором косяки. Впрочем-то, это все, наверное, минусы игры. Ну и то, что уровни, конечно, никак почти не изменили. Я надеялся, что игра не оправдала определенных моих ожиданий. Немного. Я думал, что будут уровни как в консольной версии, но нет. Блин, я так говорю, как будто я собираюсь уже бросать игру и не проходить ее дальше. Разумеется, нет. Мы пройдем ее с вами до конца. По ком звучит гонки? И снова Великая Китайская Стена. Разумеется, сосед ухитрился затесаться в ту же группу, что и Ольга с сыном. И собирается привести впечатление на свою даму сердце. А вот какое это будет впечатление, целиком зависит от Вуди. Я очень надеюсь на то, что разработчики все это узнают и будут, конечно, выпускать обновления с исправлениями багов. Плюшевый мишка здесь выглядит по-другому, не так как в ПК-версии и в консольной версии. В Android-версии, конечно, тоже полно косяков, но все же. Игра неплоха. THQ Nordic, они хорошие игры делают. И ремастер вот этот классный очень. И порт на Android, ну, практически идеальный, конечно, косяков полно. Давайте начнем с вот этой повозки. Так, теперь кирпич. А, смотрите, чаша становится пустая, как в консольной версии, но она не стекает, как в консольной версии. Она неограниченное время будет. То есть нет здесь такого, чтобы пакости со временем стали неактивными. Так, давайте вместо сосиски положим хлопушку. Да. Головой-то зачем? Так, засунул, да, засунул. О, так то что-то по-китайски даже написано. Обычно в некоторых в русские версии, например, от Бухи или Русабита, здесь вообще по-русски все написано почему-то. А здесь даже вон по-китайски, блин, написано. Ну, тут по-английски, конечно, много написано, но английский это наиболее популярный язык из всех. Поэтому его часто во всех странах его используют. База вот это выглядит так же, как в консольной версии, и это мне нравится. Так, давай съешь ее. Надеюсь, будет реалистично выглядеть. Прикольно. Короче, как я говорю, все вот эти косяки. И с текстом вот это вот недоработки. Это не мешает ремастеру быть хорошей игрой. Даже да, более того, отличной игрой она не мешает быть. Просто она не оправдала некоторых моих ожиданий. Возможно, и ваших, кстати, тоже. Так, фокус с шариком.
посмотреть на очки. Взять очки надо, не посмотреть на них. Открыть очки. В натуре, блин. Блин. Мне, конечно, не нравятся все эти косяки в натуре. Но еще раз повторяю, чтобы вы там дизлайки не ставили, все такое. Отличной игрой. Это не мешает быть. Просто я удивлен в разработчиках, что они столько косяков наделали. С текстом, вот, с курсором. Я не ожидал от них такого в натуре. Ну, игра хорошая, отличная. Графон прекрасный. Мне очень нравится этот ремастер. Очень хороший ремастер, но все же косяков в нем предостаточно. Очень надеюсь, что будут выпускать обновления. Для Android версии, когда соседа, они же выпускали обновления. Хотя там ничего почти не менялось. Кроме исправлений багов. Так, он идет сюда. Ну, надеюсь, что все косяки они в ближе в будущем времени исправят. Не-не-не, не пойдем пока никуда. Так, петарды сюда ставим. Очками. Фух. Блин, реалистичные взрывы. Во! Вот это огромный плюс у игры в натуре. Ну вот. Косяки, которые здесь есть, они просто пугают меня. Блин. Я одно и то же уже 20 минут, наверное, говорю. Извиняюсь за это. А, я положил уже камеру, ну ладно. Я забыл, просто что положил ее. Открыть открытый ящик. Зашибись. Как можно открыть открытый ящик? Зачем открывать открытый ящик? В натуре. Что это за логика такая? Объясните мне, пожалуйста. Это все смешно, конечно, но все же это портит немного впечатление. Ай, ладно, хватит уже это говорить. 20 минут одну и то же болтаю. Извините. Просто я поражен вообще. Еще раз повторяю, игра прекрасная, но косяки меня пугают. Я не собираюсь как-то там обгадить игру. А, не-не-не. Надо поставить эту голову сюда. Че, вкусная камера, да? Бумс! Не будешь повару угрожать. Велосипедную камеру одну оставлю себе. Идти в... Куда? Куда идти? Серьезно. О, счастливого тебе полета, сосед. Давай, давай. Блин, обожаю эту пакость. Иди покатайся теперь на водных лыжах. Надеюсь, будет очень весело. А лыжи-то не сдвинутся с места. Блин, вода так блестит. Звезды.
Да, вот волну не очень реалистично сделали, как будто какой-то рисунок красками нарисованный. Я ожидал, что брызги будут какие-то, но нет. В принципе, и не надо. Ну и давайте пройдем еще один уровень, точно в яблочко. Погнали. Соседа поджидает приятный сюрприз. Его любимая мамочка прихватила с собой свою шапку Фифи и решила сопровождать свою сыночку в путешествии. Она видела сериалы и надеется оказать сынульке моральную поддержку. Теперь будет предстоять серьезная борьба, но его не пугают трудности. Да, конечно, нас они не пугают. Нас абсолютно не пугают трудности. Нормально взять подушку в море и выбросить. Ладно, мини-игра, недолгая. В игрушках у нас есть подушка-спердушка. Можно спрятаться в трубе. Хорош сжать. Так, давайте положим. Так, взять ковер. Куда? Что? Минутку. В натуре на цыпочках надо ходить. В оригинальной второй части не надо было на цыпочках ходить, только в консольной версии. А тут, тут придется на цыпочках ходить в ремастере. Ну, в принципе, это плюс, мне кажется. Что усложнение уровня второй части есть. Так, ленту сюда. Резинка. Резинка выглядит не так, как должна быть. Кролика. Любимый Шапкин кролик. Самый любимый, соответственно, самый затрепанный. Так, давайте блохастый ковер сюда положим. В консольной версии этот уровень, кстати, без мамочки был. Запускай. Бомбы свои. Так, мы пакости почти все сделали. Осталось только клей для зубных протезов применить туда. Ха-ха-ха-ха, молодец. Да, мамы соседа на уровнях из первой части нифига не было. Так, ну все, спрячемся в трубе. И ржем над соседом. В натуре, тут надо на цыпочках ходить. Сосед сейчас все по жопе тебе опять нададут. О, открылся проход на конец уровня, но нам мы не будем им пользоваться. Thank you.
Да, штанга повисла в воздухе и упала даже не сразу. Ну что, она на шавку вроде бы упала или нет? Ну еще одна пакость осталась у тебя, сосед. Одна? Ну да, одна. Можно масштаб увеличить. Можно приблизить, отдалить, короче, на всех уровнях. Хорошо это. Запускай, давай. Как ему руку не оторвало, интересно. Настоящая бомба, я думаю, руку бы вырвала бы. А, вот так выглядит картинка Вуди, когда у него осталась одна жизнь, да? Господи, как соседи задолбали, а? Ну ладно, в общем, дорогие друзья. На этом мы, пожалуй, закончим эту серию. Всем огромное спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписоцы, а с меня эпичные видосы. В следующей серии мы также будем проходить эту игру в Индии. Надеюсь, вам понравится. На, у нас остались, у нас скрылись все уровни, кроме без паники, еще последнего. Ладно, в общем, подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока!